Самый главный инструмент художника, который формируется благодаря постоянной тренировке, это вера в свою способность творить чудеса тогда, когда это необходимо. Удивляемся чудесам, созданным человеческими руками. Искусство, которое живет в унисон с городом. Во второй раз острова Комсомольского озера Минска на целое лето получают художественное определение волей и усилиями творческих людей, превратившись в выставочную площадку под открытым небом. Инсталляции в стиле contemporary art представили 16 скульпторов и дизайнеров. Задача арт-островов, инициированных Национальным центром современных искусств, не только знакомство зрителя с работами современных художников, но и попытка слияния креативной мысли авторов с городским пространством. Сёлетний проект присвячены тому, как мастацтва, как творчие арт-инсталляции и арт-объекты, яны не перемагали природное сяроддзе, как это было у минулым годе, а яны с ним сполучались. Тому вы убачите, что шматликие объекты, яны обыгрывают древы, например, обыгрывают некие природные знаки, яны уписываются в природное сяроддзе, яны литерально висят на древах. И это вельми цікава сапраўды, это вельми нечакана для нашего города, потому что такого у нас еще не было, але оказывается, у нас есть так много творчей молоди, якая фонтанирует идеями, и эти идеи, что раз повеличиваются и повеличиваются, как у шир, так и у вышиню. Территория арт-проекта действительно расширяется. В этом году посетителям художественных островов предложили пройтись по специально подготовленному маршруту, где каждого зрителя ждут неожиданные повороты, головоломки и интересные открытия. В ближайших стратегических планах организаторов – захват всего острова. Еще одной особенностью нынешнего проекта, отличающей его от прошлогоднего, стало присутствие иностранного гостя, за счет чего мероприятие получило статус международного. Зарубежное современное искусство представил известный польский скульптор Дулька Ремігіюш. Гигантский трехколесный велосипед, коконы и паутина, деревья-великаны. Авангардное искусство приглашает зрителя к сотворчеству. Экспозиция, увидеть которую может любой желающий, будет гостить на Комсомольском озере вплоть до Дня города, после чего, возможно, некоторые экспонаты гармонично вольются в городскую среду. Не нужно сложных сентенций и заумных терминов. Как правило, мысль автора зрителю подсказывает сердце простым доступным языком. Отдыхайте культурно.